Привет всем выжившим, и тем временем я продолжаю убивать свой канал, а мы играем в игру под названием Сифа. Она чем-то напоминает космические пираты и зомби, может быть чем-то другие игры, которые я уже показывал на своем канале, но в целом она довольно неплохо так играется. Мы собираем различные... я не знаю, что это, корабли, нечто, фурункулы, но в любом случае тут куча разных модулей, которые мы можем комбинировать, делая свое нечто. Я уже отыграл тут немножечко, в итоге собрал на вот такого вот маленького уродца с такой вот пастью. Так что давай посмотрим, что из себя представляет игра. Так, ну и вот он наш маленький уродец. Давай попробуем найти своего противника. И... О боже, их сразу двое. Так, аккуратно. Тише. Все, съели. Единственное, что он неплохо так подставляется. И тут, конечно, ничего не сделаешь. Так, подлечились. И у нас 10 из 15. Мы эту энергию используем для того, чтобы эволюционировать и увеличиться в размере. Чем-то игра, возможно, напоминает спор, но... Как бы... Кому что? Постой! Ах ты ж, скотина такая! Кажется, мы его съели. Так, остался вот этот вот. Он пытается подлечиться, пока мы его атакуем, но у него ничего не выйдет. Так, стой! Стой, негодяй! Давай, давай! Отлично. 10 из 15. Давай сразу же попробуем как-то улучшиться. Слушай. Давай, наверное, попробуем сделать себе лечение. Сделаем себе двигатели. Так. Мне, конечно, не получается симметрию сделать. Но более-менее как-то что-то да выходит. Так, и нам еще добавить нужно хитин. Он увеличивает здоровье у структур, модулей, которые присоединены рядом с ним. Поэтому давай посмотрим, что из этого выйдет. Также мы можем поставить вот такой вот выдуватель, который будет отталкивать снаряды и противников. Но не сказать, что он, конечно, всегда нам нужен будет. Так. Ну, теперь мы, конечно, пошустрее, чем раньше. Ой-ой-ой! А вот это была плохая идея. Так, но зато мы теперь можем лечиться. Что, конечно же, немаловажно. Ау. Стой. Отлично. Остался один противник. Надеюсь, что там мы отыщем. О боже, сразу босс. Я как-то не сказать, что готов к этому. Ну ладно. Все, что нам нужно, это, по сути, сейчас скушать его двигателя. Он немножко глупенький, но это просто потому, что он у нас первый. Так, без двигателя он, наверное, будет как-то помедленней. Ну и, пожалуй, всего остального тоже. Так, тише. Дай-ка мне повернуться. Ух. Так. Ну вот. Что бывает, когда ты ставишь слишком много всего. Отлично. Стой. Так, 17 из 18. Подожди, подожди. Давай, может быть, сюда. Докушаем тут все, что у него есть. Отлично. У него уже почти ничего не осталось. Давай, давай. Ну что ты будешь делать? Он нас отталкивает вот этим своим кислородом. Ах ты ж, блинские чертовы пузырьки. Хватит. У него, конечно, энергии осталось только вот на такую самозащиту, но сейчас пока что у него получается.
Так, стой. Отлично, мы скушали его. Ну, почти что. Тут уже осталось не так много. Так, и теперь у него только центр. Стой, стой. Стой, тебе говорят. Отлично, мы его съели. И нам сейчас на выбор дают два модуля. Две структуры, два улучшения. Кому что ближе. Смотри, слева это яд. Я уже не раз его видел и, в принципе, уже использовал. Давай, наверное, попробуем поставить вот эту вот штукенцию, потому что я еще, если честно, ее не видел. Спрейер. Выстреливает слабыми снарядами. Причем выстреливает якобы большим количеством. Что довольно любопытно. Так, ну давай посмотрим. Ага, ясно. Ну, давай тогда поставим на правую кнопку мыши этот спрей. И в целом, я думаю, мы готовы отправиться в новую зону. Если честно, такое себе улучшение. Да, совсем такое себе. Оно, если не сказать, бесполезное. С другой стороны, мы можем стрелять довольно часто. Что тоже довольно неплохо. Так, еще у нас есть пасть, и я про нее иногда забываю. Так, ну ладно, давай искать остальных. Стой, стой, стой! Тут что ты будешь делать? Так. Все, давай кушай его. Давай кушай. Отлично. Так, мы успеем. К сожалению, эта сборка вышла так себе, поэтому давайте переключимся на другую. Под углом так под углом. Давай, наверное, сделаем еще немножко яда. Еще немножко яда. Отлично. Так, ну, получилось, я думаю. Так, получилось что-то вот такое вот. Прыскающее ядом перед собой, но при этом... А, совсем не маневренная. Я надеюсь, это пещера с боссом. Нет, нет, не пещера с боссом. Ну ладно. Блин, конечно, насколько мы медленные стали. Просто ужас. Очень медленные. Так, ладно. Вроде бы кружочки вот эти фурункулы не уничтожаются с помощью яда, поэтому нам придется... Так, ты подойдешь ко мне поближе? Потому что я к тебе не могу это совсем подойти. Ай. Отлично, отлично. Все, 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 все. Слушай, но мне не нравится, конечно, что мы настолько стали медленные. Я бы все-таки какие-то себе двигатели поставил. Потому что сейчас мы совсем ничего не можем сделать. Ну, мы можем, но, скажем так... У нас больше все заточено на яд и атаку. Но при этом мы очень-очень медленные. Отлично, отлично. Так, ты умрешь? Да, отлично. Ну что, в принципе, неплохо так у нас вышло. Давай попробуем на следующий уровень. Так, и это пещера с боссом. Мы наконец-то дошли. Давай посмотрим. Ну, в принципе, у нас сейчас сборка такая, что нам она не особо страшна. Хотя, с другой стороны, у нас нету маневренности. Что, конечно, минус большой. Но я надеюсь, я могу и задом двигаться. Тихо.
Аккуратно, аккуратно. Так, мы можем, да, мы можем назад. Как это сказать? Стрейфиться или... В общем, передвигаться быстро. Так, давай, попытка номер два. На нее все еще действует яд, поэтому... Отлично, отлично, отлично. Так. По сути, даже урон не получили от нее сейчас. Так что все хорошо. Ее уже скоро атаковать будет нечем. Так, ну что. Давай-ка поближе. Что ты там можешь нам сделать? У тебя ничего не осталось. Так, отлично, отлично. Ну, давай сейчас вот пройдет. Так, и что у тебя осталось? У тебя ничего не осталось. Смотри, вот это вот я, кажется, помню, а вот это вот... Нет, нет. Снайпер. Что ты делаешь? Выстреливает каким-то снарядом. Слушай, ну ладно, живем один раз, давай, может быть, сделаем сборку на снайпера. Почему бы и нет? Вот у нас будет дополнительная дальность за счет этих модулей. Посмотрим, что он вообще сможет сделать. Так, конечно, я бы, может быть, прибавил бы вот этих вот модулей. Но ладно. Как он стреляет вообще? Ага. Понятно. Ну, в целом, чувствую, что мы сделали себе довольно бесполезную сборку. Ну ладно. Пускай будет так. У нас будут шипы. И потом мы еще добавим все движения. Вообще шипы лучше делать под углом, чтобы они стреляли все в одну точку. Но я думаю, и так сойдет. И так сойдет. Ладно. Стой. Конечно, много энергии забирает, но... Ё-моё, это же мой самый нелюбимый. Отлично, отлично, отлично. Благо, хотя бы у нас сборка против него, потому что обычно он меня убивает. Это... У него очень неприятная атака с вот этими вот шипами, которыми он выстреливает. Но сейчас у нас кое-как получилось его все-таки убить. Ну ладно. Так, аккуратно. Причем он все-таки мне одну пушку уничтожил. Скотина такая. Стой. Так, ладно, подходим. Выстреливаем. Стой, стой, стой. А-а-а. Ладно, выстреливаем. Давай. Отлично, попали один раз. Но, господи, она такая бесполезная. Вот по сравнению вот даже вот с этим, она очень бесполезная. Ну что ж. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, все, бьем его. Ах ты ж скотина. Ну что, 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 давай. Еще раз. Атакуй, атакуй. Ну-ну-ну. У нас осталось не так много шипов, но вроде бы мы справляемся. Ну давай, давай, бей его, бей его. Что ты делаешь? Ну-ну-ну, у него не так много осталось всего. Ах ты ж, блин. Кажется, я не понимаю, что происходит. Это наш шип или не наш? Вроде бы нас убивают. Да, нас убили. Сволочь, он в бок нам подкрался. Ну ладно. А на этом все. Я надеюсь, это видео было не слишком унылым, потому что игра, ну, кажется, со стороны немножко медитативной, но когда вы играете сами, это, в принципе, довольно интересно. Ты собираешь вот этот вот летающий фурункул, добавляешь к нему всяких разных модулей, пытаешься их комбинировать, и, по сути, выходит довольно интересный геймплей.
Ну, решать уже, конечно, вам. А на этом все. Всем пока, удачи и до скорого!